Доброе утро всем. Едем на работу. Да? Я уже сегодня утеплилась. У нас сегодня с утра 14 градусов на улице всего, представляете? Это прям совсем... Поэтому достала вот такую вот куртку, ветровка. У нее спина классная. Видите, какая нарядная. В общем, да, пора утепляться. В одном свитере что-то с утра холодно. Потом, конечно, все нагревается, все тепло. Все замечательно, но да потом надо еще как-то дойти, дожить. А с утра прям свежо. Ну, вчера ничего, правда, было тоже свежо. Я вот в одной ходила, как это, Олимпийки, да, или как там ее назвать, и было прохладно. Зима приходит. Нежданно, негаданно. Ну, как нежданно, жданно. Все ждут уже ноябрь, конец. Как бы она по-любому должна идти, приходить. Ну, тут приклеить, чтобы не отклеилось. Смотрите, вся улица пустая с утра. Паркуйся, не хочу. Чарли Бан, Бенте. Чарли Бенте, Вене Кочи. По барабану ему надо пакет обписать. Вот, вот так вот обписал пакет. И пошел. Чарли Бен. Здесь просто так с утра тише, тишина, и просто кричать там «Бейнаки! Бейнаки! Ой!» Сейчас погуляешь, пока на работу будем идти. Иди скорее. Мэнга. Я его сейчас пристегиваю в машине, потому что, мало ли, полиция, молиция. Бейнте! Вдруг будут спрашивать, что, куда, почем, куда едешь. Нам же все еще нельзя выезжать за периметры нашего города, а я-то работаю в другом городе. Ты сувы ты. Поэтому так. Ну, если только у вас нет какого-нибудь, как это сказать-то. Ну, короче, я могу ездить где хочу, так как я частный предприниматель. Вот. Потом к врачу можно. В общем, все как обычно. Уже настолько привыкли так жить, что, по-моему, скоро это войдет в норму. Маски, хераски, все эти дела. Ой, я маски, наверное, не буду снимать до лета. Нас же тут прививать в начале января всех собрались. А вчера еще, представляете, по новостям сказали, какое-то лекарство нашли. У нас, причем в Андалусии, в Гранаде. Ну надо же. Скоро от этого... От этой заразы и следа не останется. Так ему, так, 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 так. Постирала. В общем, у нас передают дожди. По-моему, послезавтра, если я не ошибаюсь. В общем, знаете, сейчас приходил сын моей подружки испанской. А он у нее изучает восточные языки, все такое, вот китайский. И он каждый год ездит по студенческой визе, там по что-то по студенчеству, практикует каждый год. Вот он был в Японии этот год, я вам, по-моему, уже говорила. И я его спросила, говорю, на следующий год куда собираешься? Он говорит, поеду в Южную, Корею дель Сур, о дель Норте. В Южную Корею. В Северной закрыто, да? Южную Корею. Вот. И это, он говорит, я сейчас, говорит, пользуюсь моментом, пока мне платит университет. Вот, в общем, везде езжу, там, учусь, как говорится, все такое. Вот. И он, представляете, мне говорит, смотрит на моего Чарли, ну, мой Чарли уже знаменитый, и говорит, я, говорит, знаком с сестрами твоего Чарли. Я говорю, в смысле? У моего Чарли есть сестры? Он такой говорит, да, они вообще прямо один в один, как очень сильно похожи. Только единственное, он говорит, сестра, у него вот такие вот кремовые, как уши, видите, у Чарли моего. Я говорю, в смысле? Вот. Я говорю, а характер, он говорит, такой же, говорит, и неугомонный характер у них. Такой, вот одинаковые, говорит, прям одинаковые. Две сестры, одна, говорит, в Мадриде у друга живет, одна здесь, одна в Гранаде. Вот представляете, у моего Чарли есть сестры. Я говорю, как так? Я говорю, вот такой вот он, видите, вот такой. Чарли, вынь.
Скажи, сестренки есть у тебя, да? У тебя сестренки есть? Да, ты чего такого вообще? Я так рада, что у тебя есть сестренки. Ну, вообще, и такие же они. Ну, дай покажусь, покажись, какой ты красивый, да. Вот. И он такой с ним начал, как бы, типа, общение. Вот. Но Чарли не любит общаться с незнакомыми людьми. И говорит, прям вот в один они одинаковые. Я говорю, ну надо же, я говорю, у меня даже некоторые спрашивают, типа, вот щенков Бату, Чарли, какой он породы. Вот, он говорит, у нас здесь, типа, называют такую породу милечи. Милечи – это 1000 молока, ну, то есть смесь бульдога с носорогом, представляете? А, ну, вот я его спрашивала, говорю, вот ты знаешь, я говорю, у меня в 24 года, я вон тоже куда уехала, говорю, мне море казалось по колено. Вот, а сейчас я бы уже 100 раз подумала, и он такой говорит, я да, но я очень люблю свои корни, люблю Испанию, я люблю картофельный омлет, то есть тортею де патата, вот, люблю кухню испанскую, поэтому поездить типа поезжу, но, а, он еще сказал, что, ну, мы что-то про разницу между народами. Я говорю, ну вот, говорю, мне кажется, русские с испанцами не особо сильно отличаются. Он такой, да, я, говорит, там жил, когда работал в Макдональдсе в Японии. И я там, говорит, во-первых, жил с русскими. Он там перечислил мне Ксения, Влад, еще каких-то человек 5, в общем, имен. И, говорит, работал тоже с русскими. И, говорит, ну, не особо мы отличаемся по менталитету, там вот все такое. Но не с, в сравнении с японцами там или там с такими вот китайцами, да. Вот. И, говорит, я, говорит, с кем больше всего дружил, так это с русскими. Представляете? Вот так вот. Вообще интересно пообщаться с такой молодежью. Блин, молодежь, офигеть. Как будто... я вообще все, мне все кажется, у меня в душе 18 лет. Ну, не 18, конечно, но где-то 25. Потом только задумываюсь, что Оксана, тебе уже почти сороковник. Вот, представляете? Но мне кажется, сороковник это такой, ну, паспортный возраст. Главное себя ощущать. Я не, себя не ощущаю какой-то малолеткой, там 18-летней или там 16-летней. Но лет на 25, вот как-то так, да. Вот, представляете, так вот пообщались с ними. Интересный парень. Ну, от такой мамы. Причем, знаете, мама у него такая маленькая. Ну, вы ее видели на моих влогах. Она маленькая такая, знаете. Вот, а сын прям такой рослый. Такой прям мужик мужиком. Там, конечно, в маске особо не разглядишь. И волосы у него длинные, но такой прям крупный мужчина, скажем так. Да, у кого сестренки-то оказались? У тебя сестренки оказались, да? А мы-то и не знали. Я думал, ты единственная моя. Вот и нет, а ты не единственный. Ну и покажи, покажи, какой ты злой. Покажи, какой ты злой. Покажи. Покажи, какой ты злой. Покажи, какой ты злой. О, видите, как он меня злой? Он вот так делает. А, скажи, мама, отстань от меня, дайте я лучше поцелую, да? Дайте, скажи, лучше поцелую. Жарю картошку с печенкой. В Испании есть такое блюдо.
Но единственное, они там жарят картошку отдельно. Делают картошку фри, вот так вот, ломая ее. Потому что так говорят, все крахмалы остаются в картошке, и она такая не становится, как размазня. Вот, и потом просто добавляют ее с печенкой и перемешивают. Ну, а я по старинке. Ох, какая она получается. Но это не совсем мне. У меня есть котлетки с гречкой. Я себе настругала салатик витаминный с капусточкой, с лучком. Ну, все как положено. И с нашим пахучим маслом, друзья. Другого просто нету. Оливкового осталось там 2 капельки. Надо завтра в магазин ехать за продуктами. Представляете, я сегодня приезжала открыто. Все завтракают на террасах, в общем, да. И как-то, знаете, даже улыбка на лице появилась. От улыбки станет всем светлей. От улыбки, блин, миска маленькая, и перемешивать просто жесть. А мазать неохота. От улыбки в небе радуга проснется. Я вообще люблю такой салат с капустой. Его даже просто можно съесть. Ой, пахучее масло какое. Что-то, по-моему, не соленое. Вкуснятина какая у меня будет. Вообще, знаете, подумываю капусту себе посолить. Заквасить. Мысля такая приходит. Ой, мыслей вообще очень много. Когда все это есть, не знаю, а мыслей много. Кто не умеет готовить, вернее, не любит готовить даже, они не то, что не умеют, прям это. А сейчас не надо солить. Как это понять? Какой вкусный. Обалдеть. Делайте такой салат. Витаминный. Ой. Прелестно, прелестно. Весенний салат. В общем, так. Вот так вот мы настряпали вкусняшки. У нас тут какая-то муха залетела, и вот Чарли пытается ее поймать любыми способами. Только вот как если бы он только на меня не прыгнул, было бы все замечательно. Донде ста? Донде ста муха? Ай, ай, помогите, ай, помогите. Донде? Все, не знает, куда и где бы ее поймать. Где та? Ай, где? Где? Где муха? Где? Пуска? Таи? Таи? Где? Короче, улетела муха. Улетела муха от нас. Сейчас пойдем на улице ее ловить. Вы знаете, очень приятно видеть вот такую вот картину, когда стоит бар, ресторан, да, на террасах сидят люди и выпивают, и закусывают. В общем, интересно. Интересно. Это как бы, знаете, говорит о нормальной жизни. Вот. А когда все закрыто, как-то очень как грустно. Грустно становится. Сразу на улицах оживление хоть какое-то. В общем, мы идем гулять.
Смотрите, кто это? Ты что тут делаешь? Я хожу, прошу гулять. А ты вообще как тут гуляешь? Ты в другом городе живешь? Тебе кто разрешил? У меня сынок в консерватории. Доченька, вот, смотрите, у нее дочь. Прикиньте. Вот, я тебя не знала, я узнала сына твоего. Нигде не скрыться. Ну, пойдем туда гулять. Пошли. Тебе во сколько? Я туда, ты где машина у тебя, где? А ты что, у тебя это самое? А я пешком. Пешком? Ну, да. Смотрели пешком? Ну, да. Ну, если что, я вас довезу. Ну, здрасте, я же спортом вышла заниматься. Ну, королевнишна. Ну, нигде не скрыться. Вот в кустах ходишь, видна тебе, а? Я вообще в шоке. Ну, пипец, с дочей своей гулять. Сколько твоей дочери? 5 месяцев. 5 месяцев, ты посмотри на нее. Ну, совсем взрослая, скоро надо коммунион делать. Коммунион. Ой, блин. Смотрите, здесь части медузы валяются, видите, одна часть. Дети там играют. Смотрите, одна часть. Вот там вот сейчас вторая, вот тут где-то. Татьяна увидела, говорит, что такое плавает? Я говорю, слушай, так это же часть медузы, вон она. Она ее пыталась спасти. Ой, ты, малевка, глянь, что творят. О, хоть набегается. Вот еще, смотрите. Такая противная, фу. О! Нет, я такое не ем с недавних времен. Хочется. А то у меня самое мало. Заварила себе чай. Тут что только нету. И бананово-вишневый, и имбирь, стевия, черная смородина. В общем, всего до всего. А я крашусь. Ля-ля-ля. Буду красивой. Вот. Но это вы увидите завтра, потому что я с вами буду прощаться, чтобы оставить какую-то интригу. Так что заходите завтра, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы он прозвенел и напомнил вам, что Асана, я тут. Вот. И всего самого лучшего, наилучшего. И всем пока-пока.